Количество обращений в бишкекскую скорую помощь выросло примерно на 10%, в основном за счет пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель директора Центра экстренной медицины Егор Борисов. По его словам, в последние несколько дней поступает около 650 обращений в сутки. Сегодня на линии вышли 38 бригад из 39 имеющихся. Места в больницах есть, ездить в поисках мест, как в прошлом году, не приходится, сказал Борисов. Он посоветовал населению в случае появления симптомов COVID-19 звонить в службу 118 или в поликлинику по месту жительства. При легком и среднем течении мы рекомендуем обращаться в свои поликлиники. Такие больные лечатся на дому под контролем врача. К нам обращаются только в тяжелых случаях, сказал замдиректора ЦЭМ. Отметим, что в Кыргызстане идет третья волна заболеваемости коронавирусом. Показатели достигли статистики так называемого «черного июля» 2020 года.